Сегодня многие автопроизводители выпускают линии одежды под своими брендами. Следуя их примеру, телеканал «Автоплюс» также решил создать собственную коллекцию. Партнером телеканала «Автоплюс» выступила компания «Принтбар», которая недавно отметила свое пятилетие. Одежда бренда производится из высококачественных материалов на японском оборудовании. Сама же фабрика находится в Подмосковье. Для производства наших изделий мы используем такие ткани, как хлопок, интерлок, футер-трехнитка. И в сочетании с современными технологиями наши изделия получаются износостойкими, экологичными, удерживают больше 300 стирок. Когда поступает заявка на новые изделия, первым к работе приступает дизайнер. Его задача – разработать макет будущего предмета гардероба, разложить рисунки по своим местам. Далее изображение печатается на бумаге с помощью сублимационного плоттера, после чего под воздействием температуры оно переносится на ткань. Кройка производится вручную, шитье – на швейных машинках. По завершении работы каждое изделие проходит обязательный контроль качества, что исключает отправку клиентам бракованной одежды. Над созданием коллекции трудится целая команда дизайнеров. Мы следим за новостями из фэшн-индустрии, мира кино, музыки, игр и создаем уникальные принты. Широкий ассортимент исключительных принтов – главная особенность бренда. Впрочем, заказчику не обязательно выбирать рисунок из базы, насчитывающей свыше 100 тысяч эскизов. Он может создать дизайн самостоятельно при помощи онлайн-конструктора. Кстати, и вы можете принять участие в разработке дизайна для новой автомобильной коллекции. Ознакомиться с условиями конкурса можно в наших социальных сетях.